Привет! Сегодня мы будем собирать картонный домик. Да, Белоруша, будешь в нем прятаться? Да. Ну давай, посмотрим, что он из себя представляет. Коробочка вроде небольшая. Да. Запчастей здесь. Да. У нас много. Давай посмотрим, да. Что у нас там будет. Да. Держи, это что такое? Это раскрывай. Крыша. Это крыша? Да. Вот крыша. Ну, правда, крыша. Давай. Сюда ее. Отложим пока в сторону. Держи. Проходи сюда. Клади на диван пока то, что нам не нужно. Это дверь. Это не дверь, это окно. Это что такое? Это потолок. Какой потолок? Задняя стенка. Да. Без дверей. Да, без дверей. Без такого. Так, еще одно окно. Да. И второе окошко. Дверь. Да, дверь. И дверка. Так, смотрим. И окошко тоже. Что у нас по инструкции здесь идет? Начинаем как раз с двери и окна. Да, здесь трубы. Давай. Давай. Ну, давай, гордись. Помогай дальше. Так, ну чего? Стену мы собрали. Давай. Да. Заднюю стенку? Да, давай заднюю стенку. Давай здесь. Интересно, насколько он будет прочный, этот домик, да? Ну да, прочный. Сломаешь ты его за сколько? За один день или за неделю? Ну, не, я не буду его ломать. Не будешь его ломать? Нет. Вообще, он классный. О, смотри, у нас уже почти все готово. Ну да, почти. Он собирается намного быстрее. Давай немножко вот так его развернем. Да. Выходи, дверь открывай, выходи. Хорошо. Это окно, вот дверь, сзади тебя. Вылез? Давай крышу теперь поставим. Давай. Давай я сюда зайду, чтобы тебе помогать. Давай, помогай мне. Вот. Все, теперь как. О, кто это там у нас? Это я. Так, давай закрепим крышу. Это я. Чтобы ее ветром не сдуло. Это я. Кстати, каждый элемент в этом домике можно раскрашивать. Да, специально сделал в виде квадратиков и полосок. Да. Вот. Здесь еще даже есть алфавит на двери. Можно вот. Еще трубы не хватает? Можно изучать уже новые буквы. Да, новые буквы. Так, а куда у нас труба вставляется? Наоборот. Все, труба готова, смотри. Ну-ка, давай, залови. По-моему, слишком жестко, да? Нам надо туда что-нибудь подстелить, чтобы было мягко. Да. Габрюша, а может, этот домик украсим с тобой гирляндой? Ну, давай, украсим. Так.
Смотри, что я принес, гляди. Чего? Это плед, чтобы нам было там мягко. А это светомузыка, чтобы внутри у нас был всегда дискач с тобой. Держи. Да, дискач. Даже. Это будет момент 1-2. Тук-тук. Вам можно в гости? Да. Полезу, попробую как там. Ну-ка, двигайся. Дом понравился? Да. Оставляем? Да. Уютненько так, да? Да, уютненько. Надо его теперь раскрасить. Раскрасить нужно? Да. Давай попробуем. Давай попробуем. Доставай краски. Так, ну что, у нас здесь краски есть. Попробуем, что, красный попробуем сделать, да? Ну, давай попробуем. Давай, я тебе сделаю, ты будешь раскрашивать. Хорошо. Все, давай. Ну вот, мы закончили собирать наш домик. Да. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас. Пока. Пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. У нас будут скоро новые ролики. Я всех люблю и всем пока.